подготовку к бою проводил у себя в Эстонии, в клубе «Гарант» и в клубе «Наис». Готовился усердно к бою с Константином Глуховым. К сожалению, бой снова не состоится, но я надеюсь, что мы с ним все же встретимся. Вместо Константина Глухова мне предоставили нового оппонента Евгения Гурьянова, молодого перспективного бойца. Я надеюсь, что мы покажем хороший зрелищный бой. В моей профессиональной карьере не так много боев еще провел. Когда мне предложили бой с Денисом, я сразу не раздумывая согласился. Это хороший шанс для меня. Я думаю, в этом бою покажу все, на что я способен. Готовился в Украине, в Днепропетровске, в клубе «Патриот». Делали упор на ударную технику. Денис, это будет непростой бой.